занятий. На первом занятии вы узнаете, как задать общий вопрос и как на него ответить, как задать специальные вопросы, вопросительные местоимения, с помощью которых можно спросить обо всем, как вести счет на татарском языке, как образовывать множественное число. Вы научитесь здороваться, представляться, указывать на предметы, спрашивать об их наличии и количестве. Бу нерсе? Это что? Бу китап мы? Это книга? Эйе, бу китап. Да, это книга. Юк, бу китап тугель. Нет, это не книга. Бу дефтер мы? Это тетрадь? Бу дефтер тугель. Это не тетрадь. Бу хариф мы? Юк, бу хариф тугель. Это буква? Нет, это не буква. Сыз кем? Син кем? Вы кто? Ты кто? Сыз профессор мы? Юк, мин профессор тугель. Вы профессор? Нет, я не профессор. Ул кем? Ул студент. Он кто? Он студент. Ул студент мы? Юк, ул студент тугель. Он студент? Нет, он не студент. Ул журналист мы? Юк, ул журналист тугель. Ул ищи. Он журналист? Нет, он не журналист. Он рабочий. Минде ищи. Без ищилер. Я тоже рабочий. Мы рабочие. Сыз студентлар мы? Эйе. Без студентлар. Вы студенты? Да, мы студенты. Ул койдан? Ул Казаннан. Он откуда? Он из Казани. Син Мескауден мы? Юк, мин Пензадан. Ты из Москвы? Нет, я из Пензы. Мында китап бар мы? Эйе, мында китап бар. Здесь есть книга? Да, здесь есть книга. Мында студентлар бар мы? Юк, мында студентлар юк. Здесь есть студенты? Нет, здесь студентов нет. Мында нища студент бар? Мында бер студент. Здесь сколько студентов? Здесь один студент. Мында нища китап? Мында икы китап. Здесь сколько книг? Здесь две книги. Мында китаплар бар мы? Эйе, мында үш китап бар. Здесь есть книги? Да, здесь три книги. Онда кемнер бар? Онда эшшелер бар. Там кто? Там рабочие. Олар кемнер? Олар эшшелер мы? Юк, олар эшшелер тугель. Олар студентлар. Они кто? Они рабочие? Нет, они не рабочие. Они студенты. Бер китап. Икы дефтер. Үш хариф. Одна книга. Две тетради. Три буквы. Мында дурт китап бар. Здесь есть четыре книги. Мында нища студент. Мында дурт студент.